Друзья, привет! Я сегодня уже, вы видите, с Аленой вместе дождалась, называется. Дождалась. Это мой уже третий день в Стамбуле. У Алены это второй день. Мы с ней вышли. И так как я уже, а-ля, тут немножко что-то знаю, теперь уже я веду Алену на прогулку. Мы идем на завтрак. И дальше, вот хочу просто показать. Красота. Мы, возможно, попадем сегодня в Софию, в которую я не попала. Ну и дальше, конечно, пойдем по всем достопримечательностям. А что у нас еще сегодня? А у нас сегодня встреча вязальная. На террасе в 2 часа мы запланировали. К нам, кстати, должны еще присоединиться гости. Да, поэтому у нас время, нам нужно успеть погулять и вернуться. Встреча — это самое главное. Все, пойдемте. Да, здесь жареные каштаны. Я очень люблю каштаны, нужно будет попробовать. Здесь еще продаются вот такие лепешки с нутеллой делают. Но нет, мы пойдем мимо, вкусно, но... И еще здесь продается кукуруза очень вкусная. Вот блогеры, пожалуйста, Алена снимает, ходит. Вот София. Немножко как будто бы начинает накрапывать дождь. Но я очень надеюсь, что все-таки дождя не будет. Сегодня такие тучки, очень много людей. Но, во-первых, сегодня суббота. Все-таки, когда я прилетела в четверг, было не так много людей. Да, очереди огромные. Аленушка идет. Я Олю снимаю, Оля меня снимает. Да, друг друга. Вот. Мы движемся сейчас, пойдем искать место, где мы будем есть турецкий завтрак. Видела, я очень хочу ее попробовать, но это как-нибудь потом на перекус возьмем. Сейчас нам надо обязательно чай, турецкий завтрак. Мы возьмем с собой в отель. Да, 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 да. Так, мы с Аленой уже выбрали себе местечко. Здесь очень тепло. Юля, говорите, я буду молчать. Да. Вот такой мы сейчас будем Turkish Traditional Breakfast заказывать. Вот такой крытой улице мы сидим, музыка играет красиво. Нам принесли чай и турецкий настоящий такой кофе. Видите, водичка обязательно. Так, это нам принесли вот такую вкусную лепешку. И вот наш завтрак сейчас. Тут всего по чуть-чуть мы будем пробовать турецкий завтрак. Овощи, сыр, лепешки. Так, вот это типа десерт. Смотрите, как красиво. На, принесли завтрак, сервируют стол. Друзья, мы дошли до Гранд Базара, куда я очень хотела попасть. Да, Алена тоже очень довольна. Так, старое здание, очень старое. Вот написано Гранд Базар. Да. И здесь, конечно, все, по идее, должно быть. Бриллиант. Да. Так, ну что, мы идем. Здесь, конечно же, везде бренды, какие вы только хотите, любые, конечно, подделки, но все что угодно, и сумки, и обувь, но мы хотим еще, ой, а там золото, елки-палки, друзья, посмотрите, какое золото, там просто огромные, тут просто огромные вот такие тоннели с магазинами, здесь есть и пряжа где-то, да. Нас остановил, друзья, дождь. Мы на Гранд-Базаре на улице, и начался ливень. Да, ливень просто стеной. Мы с Аленой стоим, укутались. Нам скоро навстречу, мы не знаем, как нам поплыть туда. Друзья, мы шли по базару, и я искала магазины с пряжей, и мы их нашли. Посмотрите. Ализе. Здесь вот все, все, пожалуйста, это улица именно с пряжей. Посмотрите, какие огромные мотки. Вот моя рука, чтобы вы понимали. И это вот такой моток. А вот это какие-то тараки или что это такое? Это типа шнурки какие-то для плетения, друзья. Да. Посмотрите, друзья, вот это что такое? Это прям такая шерсть. А наверху это для вязания пледов. Вот такая огромная толстая пряжа. Здесь сумки. Бабушкин квадрат.
Так, 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 там какая-то интересная меховая пряжа. Вот здесь для сумок все, ручки для сумок. Это для сумок пряжа. Очень красивая, я видела на выставке в Нидерландах сумки, связанные с такой пряжей. Это как кожа. Очень красиво. А вот это, друзья, это как такой вельвет-бархат. Тоже очень красивая пряжа ланаса. Вот она как бархат на ощупь. А вот здесь смотрите какая, с такими волосами длинными. Интересно. Девочки, вот это долгожданная встреча. Вот эти артисты, которые по Европе катаются и до Турции дошли. Да. Как мы рады приветствовать здесь. Спасибо, дорогая. Девочки, хотелось бы, конечно, вас где-то в аэропорту с цветами вместе. Но, блин, с оркестром. С оркестром. С красной дорожкой. Да. Да, музыкант у нас есть. Шампанс. Музыкант есть. Блин, да. Ну вот. Но мы с таким красивым видом здесь на Босфор сидим, да? В общем, у нас там не понравилось. Девчонки приехали с Европы. Тут все знают лучше, чем эти турчанки, которые тут живут. Да, как я рада. Нам нравится. Да, да. Мы сейчас будем сидеть общаться. Голубые глазки, Алёнушка Карья, боже красавица. Спасибо, дорогая. Спасибо. Очень, очень рада. Рада знакомством. Да. Как я рада, сколько мы собирались. Друзья, так как все-таки встреча у нас вязальная, мы тут, конечно, чаек пьем. Сейчас мы заказали фрукты. Но я хочу показать, какой я получила подарок от Алены. Алена мне подарила носочки ручной работы. Посмотрите, какая прелесть. Нежная пряжа, это дропс, да? Розовая, пятка скрон. Я уже посмотрела, кстати, какая резинка мягкая. В общем, полный восторг. А знаете почему? Оля вяжет носки и говорит: Алена, я не пойму, почему я все время вяжу носки, у меня получается 36 размер. На маленький размер, да. А я говорю: Оля, ну тогда я буду вязать для тебя, я вяжу носки на 41. Да, и Алена связала носочки мне. Вот такая прелесть, буду их погуливать уже в Нидерландах. Конечно, да. Смотрите, какая красота, граната. Красиво. Две фруктовые тарелки мы с Аленой заказали. Конечно, да. На фоне девочки, куда его туда? Да. На фоне девочки, угощаемся всем. Да, ну. Алена, смотри. Посмотрите, как красиво. Красиво, да. Моей чёрта, конечно. Девочки приехали, у нас пополнение, все блогеры снимают. Вообще, да. Красота, красиво, нравится, да? Супер. Присаживайтесь. Ой, Наташа в вязаном свитере. Наташа, как красиво, Наташа. Красотка. А мы с Наташей шутим. Вязала по картинке. По картинке вязала. Красотка, Наташа, это такая звезда. Я так рада. Смотрите, какая красивая. И мы в желтеньком с Наташей. И на рукавах. А что это за пряжа? Итальянская. Как это? Не норка, а как это? Я поняла. Это ангора. Ангора. Очень мягкая. Очень мягкая. Шикарный свитер. Шикарный. Звезда, звезда. Лиля переоделась. Боже. Связала как раз для встречи, девочки. Для встречи связала как раз для встречи. Специально. Вот сколько времени заняло? Ну, слушай, наверное, где-то недели две. Я же узнала когда, недели две или три назад. Да. Специально для встречи Лиля связала джемпер. Все-таки думаю, Алена молодец. Мы все кучинели. Какая красавица. Когда я была на встрече, Кира мне форму сказала: только попробуй меня одеть вязаное. И я вот выставляю Кирочку по лицу. Листья кучинели. У меня тоже 2 года назад не пошло, а в этот раз, наверное, Алена на встрече. Он хоть бы играет. Вот я не хотела. Девчонки, это вам Сизмира.
не стала чай или кофе. Решила, что там вы уже сделаете добавку себе. К чему это? Вам сейчас посылочка. Аленочка, вам тоже фото. Сними, пожалуйста, Алена. Аккуратно. Аленочка, это тебе. Чай. Аленочка, это тебе. Кошечка, это тебе. Девчонки. Ну вы уже спряжете. Нет, а можно я покажу? Это, знаете, домой приедете, еще вкус сурковый продолжим. Вкус сурки продолжим. А мы хотели сегодня на базаре, а потом в ночь побежали Лиля. Смотрите, смотрите. Восточный салат. Поберите, чтобы она вас принесла. Ой, мы приедем. Кегельскому морю. Спасибо. Я люблю. Девочки, романтик. Сразу приехали, свечи открыли. И романтик. Спасибо, дорогая, спасибо. Спасибо. Аленочка, там это... А что? А, рама. А это да, это я... Это просто такая вот была, ты рамочку эту фотографию, не знаю. Лиля, надо сделать фотографию, мы сюда встали. В общем, со всей встречи, со всеми подойдем. Нет, может быть, и личная. Ну, в общем, уже спасибо большое. Так, а сейчас, пока стоит Лиля рядом со мной, еще от меня же тоже подарочек. От меня, от моего магазина Amazing, напрямую из Нидерланда. И это то, я думаю, открывай, посмотри. Это хлопок. Это уже на лето. Что девочки будет вязать? Покажу тебе. Нелегко. Можно я тебе распакую покажу? Олечка, огромное спасибо. Да, подожди, сейчас я тебе распакую. Да. Смотри. А здесь тебе лубочек. Это такая свеча. Да. Может, очень мыло. Это вот эта девочка. Это свеча. Нет, это я заказала. Чего там только нет, девчонки? В общем, лучший мой подарочек, это все вы. Честно говоря, это такое вообще неожиданное дополнение. Но я знаю, что ваши встречи без этого не проходят. Да, да, да. Спасибо большое. 5 килограмм. Так, да. А это Наташа носочек. Наташа вяжет носочки Magic Wool. Очень приятная пряжа, очень красивая. Молодец, она принесла навстречу. Мы пока сидим, просто общаемся. Вот все наши девочки. Здорово. Так, Алена там рассматривает свитер. Юля, поехала специально в турецкий магазин пряжи. А что это за пряжа? Это хлопок? 100% меринос. Это меринос? 100% и отдельно поездка. И все мои зрители на моем канале видят это впервые, готовую работу. Эксклюзив. Я им сказала, что только готовую работу я первый раз одену на встречу. Ой, шикарно, Лиля, и, думаю, шикарно. Вот на встрече я одену и все это. Тебе очень идет этот цвет. Алена спросила, что ей понравилось. Она говорит, ну то, что поездка, она, конечно, выбила, наверное. Сделала ярким. Да. А так я комбинировала и с махером этот меринос. С чем я буду, не то. Что-то не хватает, чего-то не хватает. А здесь, и здесь, мне кажется, вот этот крупный ажур, да. Он просто, если бы развеял, и вот еще тоже вида придал. Очень красиво. Если было бы просто лицевая гладь, было бы как-то, ну, тоже спокойно. А так, вот, я как Дед Мороз, без кулечка, но с одним большим. Если Наташа, это тебе для твоего чая? Ты как ничего нажимать, все нажато. Ты любишь пить чай? Да. Это для тебя для записей рабочих. Работай дальше, да? Это тебе для рабочих записей. Спасибо, дорогая. Боже мой. Пойди ко мне. Посмотрите мне, Наташа, какой подарила. Это из Таиланда? Да. Класс. Красота! Оля, а тебе надо в меня забыть. Подарки невизуальные. Спасибо. О, вау! Это чуть-чуть порвалось. Давайте. Я все не переодела. Наташенька, ну спасибо большое. Наташа, спасибо. Спасибо. Так, еще у меня есть кое-что. Я не знаю, нас забанят. Это туриан или что? Я вчера вам обещала фокус. Да. Это какой-то...
Это фрукт этот, да. Да, да, да. Один наш обосновали. Сейчас я открою. Супер, спасибо. Наташа, спасибо большое. Оля, она стояла. Боже мой, посмотри, какой у меня блокнот. А ты знаешь, что слоны, когда ты хочешь дарить слонов, фигурки слонов или картинки слонов, нужно всегда дарить слонов, которые хобот кверху летают на успех и удачу, на счастье. А слоны, у которых хобот вниз, это рабочие слоны. Их не дарят, потому что, ну ты поняла, да? Девчонки, я еще поплаву вот вам. В отель вы будете вместе. Мы поднялись на ту же веранду, где я завтракала до этого. И здесь вот кормят чаек, где я тоже кормила. Такая красота. Я Алену сюда привезла, привела показать ей. Вот у нас фор, боже, как хорошо. Такие виды. Ну что, девочки дорогие, уже пришло время прощаться, но расходиться не хочется. Расходиться... Какие впечатления о встрече, Лиля? Девчонки, классные фото... впечатления очень хорошие, лучше, чем ожидали. Времени нам не хватило 100%. Расставаться не хочется, отпускать вас никуда не хочется. Ждем еще, что вы пойдете, придете, мы еще увидимся. Обязательно. Будет продолжение, Алена? Еще Алена. Алена, да. Будет еще продолжение? Я надеюсь, конечно. Нам очень понравилось. Мы так шикарно посидели сегодня. Шикарно. Еще продолжение, я думаю, будет. Да, продолжение следует. Продолжение следует. Сегодня мы прощаемся. Вам хорошего, возможно, еще увидеть. Ну что, давай прощаться. Да, да. Девочки, хочу продолжение. Жду вас в Измире. Мы очень с удовольствием. Очень. На бархатный сезон. Договорились, девочки. Спасибо, Лиля, за спасибо. Спасибо. До новых встреч. Может быть, завтра еще будет продолжение. Я не теряю надежды. Да. Спасибо большое, что приехали к нам на встречу. Мы с Аленушкой. Куда мы бежим? Рассказывай. Мы идем в хамам, друзья. У нас полчаса, нам нужно прийти заблаговременно, за 15 минут до термина, до записи. Да. И мы даже не знаем, где это находится. Ну, где-то рядом. Ну, где-то Оля посмотрела, где-то здесь. И нам надо быстро-быстро сейчас найти. А это вот мы на площадь Софии вышли. Вот да, она. Да, а где-то рядом с площадью. Да, где-то рядом с площадью. Сейчас будем искать. Все, пожелайте нам удачи. Мы побежали. Мы сейчас в хамаме находимся. Алена снимает. Конечно же, внутри снимать мы не можем и не будем. Просто здесь немножечко вам покажем атмосферу. Там играет мужчина на каком-то музыкальном инструменте, очень интересном. Это очень старое здание. Посмотрим, я уже в предвкушении. Мне кажется, что будет здорово. Олечка, дорогая, твои впечатления? Прекрасно. Я вот как лев сижу, такая закудрявилась. У нас там такой сервис был хороший. Конечно, да. Просто... И сейчас нам принесли грецкий кофе, мы еще отдыхаем и будем пить кофе, наслаждаться дальше. В общей сложности процедура, вообще на час мы записывались, но мы там дольше были, потому что после процедурки там еще в комнате отдыхаешь, они приносят рахат-лукум. Нам сейчас тоже принесли рахат-лукум. И там еще щербет, да, в общем, сними, красота, да. Друзья, у нас прекрасно прошло время в хамаме, быстро, больше часа мы там находились. И сейчас нам принесли как комплимент кофе, куралгу, орешки, рахат-лукум. Мы сейчас с Аленушкой. Ален, как тебе понравилось? Очень. Понравилось, очень, да? Очень понравилось. Сейчас мы выпьем кофе и пойдем дальше. Друзья, Оля привела меня в очень интересное место. Она сказала: Алена, я очень хочу тебя угостить. И вот, Оля, скажи, да, пожалуйста. Я хочу рассказать, что мне об этом рассказала моя подруга, которая здесь живет в Стамбуле. Здесь, вот на этой улице, вот кафе, кофейни, вы видите, расположены. И здесь продается чизкейк, самый известный в Турции, который называется Сан-Себастьян. Это жженый чизкейк. И если ты в Стамбуле, ты должен его попробовать. Вот эта курочка, вот она. Ну, это как у нас кезе в Германии. Ну да.
Это просто такой вот... Творожник. Творожник, да? Мы зашли в магазин музыкальных инструментов, и нам показали здесь инструмент. Сейчас нас научат играть. Так, Оля. Йо, вот так. Ты где играла-то? Ну, я ж не знаю, сейчас меня научили. Обалдеть. На меня смотрят. А смычок из чего? А смычок из чего? Это что такое? Путюшки, путюшки. Что-то наподобие скрипки этот инструмент, да. Супер. Thank you very much. It's first time that I see it. Вот это, вот это вот мне напоминает домбру, вот так вот этот музыкальный инструмент, но как-то он его назвал по-другому на турецком. Bye. А мы купили сувенир для дочки Оли. Она сама научилась играть на гитаре, и Оля купила ей вот такой вот сувенир, гитару. Электрогитару. Да, она на электрогитаре научилась сама играть. Друзья, вы знаете, что я уже один раз пыталась в Айсофия попасть, но мне не получилось. И вот сейчас вечер поздний, после хамама, людей практически нет. И мы сейчас сюда заходим, и нам с Аленой удастся полюбоваться все-таки. Как красиво ночью. Ну что, друзья, напоследок я сегодня вам показываю Айсофия. Вот здесь такой огромный купол, очень красиво. Много людей. Мы ходим здесь без обуви, с покрытой головой обязательно. В общем, я вам немножко показала, и на сегодня я прощаюсь с вами, и до новых встреч!